раньше изображал лучших народных героев, а теперь с маникюром ходит. Послушай, я же актер. Почти как пидор, Серег. Слушай, ну твоя... Ты лесбиянка помолчала бы, знатная. Сосальщица тоже еще та. Вот, полез бы для... Нет, слушай, ну она что? Я парень как раз с Урал, я могу ее ебнуть. Ну ладно, ты что, как Киркоров, женщинами дерешься? Каждую пятницу. Надо все-таки тебе развиваться. Ты вот как 10 лет назад у костра, блядь, сидела вот там вот в доме 2, подбрасывая периодически туда картошку, блядь, чтобы потом пожрать мне. Вот ты так и там и осталась. Ты пытаешься смешать, не смешаю. Давай оставь это для каких-то, не знаю, для интервью каких-нибудь, не знаю, бельгийских спортсменов. Вот им будешь, знаешь, вообще, как у людей, у которых нету стереотипов, вот ты попробуешь там как-то замешать. Я к тебе, Сереж, пришла. Так. Паразита! Забит, я когда смотрю твои фотографии в Инстаграме или видео какие-то, я обращаю внимание на твой стиль, как ты выглядишь, какая на тебе одежда, ты очень хорошо одеваешься. Можешь сказать, как сформировался твой стиль, как ты выбираешь одежду? И вот, может быть, кто-то подсказывает, или ты сам чувствуешь это? Вот как это происходит? Да нет, да, как обычно одеваюсь, не так понятно. Вот это костюм выбрать, это в магазине Kixman. У нас братские отношения, а так обычно всегда сам одеваюсь, сам выбираю.